Прямое включение из голодных игр. На моих руках уже очень много крови. А если что... Сейчас немножко сконцентрирован. Если что, мод DC Battle Royale, тут нужно остановить еще двух человек, и я выиграю. Я думаю, они находятся вместе, так как я пристрелил только что парочку людей вне круга, закрылся, как видите, вот в этом аэропорту. Это радиовышка, она здесь находится. И они сейчас, когда круг будет сужаться на радиовышку, будут идти извне сюда. Я же сижу и жду. Потому что тут нет никакого смысла. Я думаю, они играют вдвоем, потому что круг слишком узкий. Осталось трое, я и еще двое, и я не слышу перестрелок. А круг узкий, значит, они друг друга видят и знают. Заваруха страшная. Мод, если что, типа голодных игр. Там сначала все разбегаются, находят оружие. Как только вы умираете, вы убиваете из игры, и вас кикает с сервака. Называется DayZ Battle Royale. Со мной был Терентий, со мной был Саня, они уже отъехали, и мы решили, пока я не закончу, не вешать трубку, поэтому я должен мстить. Я должен мстить. Я буду ждать до последнего. Я практически уверен, что они придут сюда. Ну, или, по крайней мере, я их услышу. Я должен это сделать. Так, ну вот круг сузился, и я сейчас, даже я нахожусь на краю, как вы видите по GPS, в синем круге. Кто вне синего круга, теряет кровь, и на него спавнятся зомби очень быстро, поэтому я думаю, сейчас ребята начнут бежать в эту сторону. Уже бежит. Так. Я готов. Я готов. Я слышу какой-то топот. Сейчас забежит, я там двери прикрыл. Ой-ой-ой, лестница! Он решил поднять. Он думает, что он самый умный. Этот черт думает, что он самый умный. Какой, блядь, забудь об этом. Так, еще один остался. Так, подождите. Тихо. Теперь главное не спешить. За Терентия. За Саню. Должен выиграть в голодных играх. Должен быть победитель. Чемпион. Башист. Коменданте, все должно быть. Мне кажется, это сукин сын, то есть точно они вместе. Если бы этот мудак лез, тот бы его точно пристрелил, если бы он был левым, потому что это слишком палево, так, по такой лестнице лезть. Блин, я себя вскрыл, и мне теперь нельзя из этого здания никак выйти. Мне даже интересно, как события будут развиваться. Очень интересно. Я даже не знаю, я уже вне круга какое-то время нахожусь, но все еще не рискую высовываться, потому что боюсь словить пулю в лоб, ибо второй персонаж так себя не проявил. Сейчас на меня уже скоро начнут, наверное, спавниться зомбачи и кусачи, но я все еще боюсь светануть лицом, я аккуратно выглядывал в окна. Ну вот, пошла зараза, зомбаки начинают спавниться. Я просто так же надеюсь, что они начнут спавниться на него. Если он находится в круге, тогда он мне потенциально не очень опасен. Но он все еще здесь. Зомбаки ходят, я слышу, не бегают. Не бегают, значит, они не на него. Значит, его здесь рядом со мной нету. Это уже хорошо. Я в раздумьях. Зомби будут мне, конечно, мешать объективно. Надо бы... Опа, что-то где-то упало. Надо бы пойти проверить вообще окна. Так я, наверное, и поступлю. Блин, круг сузился еще больше. То есть он сейчас вообще милипиздрический просто. Надо... Так, давайте-ка посмотрим. Давайте-ка поднимемся, глянем слегка. Так, ну-ка, блин, уже зомби даже наверху. Черт возьми, залез, сука. Хер его знает. Блин, там прям посреди поля круг. Блин, где он может быть? Где этот черт находится? Ну вот если бы я был в осином, куда бы я спрятался? Бля, уже священнослужители лезут прям. Нету подаяния. Иди обратно в свой храм. Да ты смотри! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Ну-ка, где он? Ебать, вон он за стеной! Господи, боже ж ты мой, думал показалось. Ну-ка, на, закуси! В рубашке, сука, родился! Надо брать быка за... Ой, ебу! На! На! Надо брать все в свои руки! Так, что он там палит? Не палит. Аккуратно под стеночку, там разберемся. Должен. Под провала быть не может. Бля,
Зачем лег? Ох ты, блин, сейчас еще зомбаки глушить начну. Ой-ой-ой, прошивает, что делает? Хулиганы зрения лишают. Давай. Макки в борщ. Есть контакт. Печенен. Кажется, есть. А, сынок, прилег. Даже вдвоем нихуя не смогли сделать. Забудьте об этом, Тагил. Да есть же. Слушай, а зомби тоже победили? А вот, да. Что-то сошлось. Ладно. Было бы неплохо повторить это снова. Не, нужно будет одновременно в разные стороны. Если он кого-то заспотит, второй сразу прикрывает. Очевидно. Ну, на моих руках уже очень много крови. Я не могу просто так взять и проиграть. Так, сейчас будет круг, и мы в него не входим, между прочим. Если он не будет здесь. Не, он не будет. Он сейчас будет очень маленький. Он сейчас будет чуть-чуть впереди. Метров... Он сейчас будет такой маленький, ты просто на 25. Офигеешь, какой он будет маленький. Он сейчас будет в радиусе метров 70, вот. Где же этот чувак? Я его убил, Терентий. Ты меня убил. Нет, тебя-то естественно. Это же голодные игры. Терентий, я тебя накрою. Сейчас накрою. Мы победили. Как мы победили? Я победил. Нет, ты же понимаешь. Я понял, я так и знал, что шутка. Я, кстати, уже подумал, что я мог бы, типа, промолчать, и вот там еле зомбаки просто развернуться. Да-да-да, ты знаешь, в чем был сам прикол? Я как бы смотрел на тебя все это время, когда ты сказал, что ты его увидел. И как только ты начал оборачиваться на меня... Не, нифига, я обернулся и начал оборачиваться назад, когда ты, ну, типа, не стрелял, видел, что не стреляешь. Если ты не оборачивался, я бы даже не стрелял. Нет. Ну, в любом случае, двойной чемпион голодных игр. Уи-и-и.